Во вторник, 13 сентября, состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства завода по производству радиальных шин японского концерна Bridgestone в промышленной зоне Заволжья. Первым поздравил собравшихся глава региона Сергей Морозов. Мы завершаем строительство уникальнейшего завода, аналогов которому нет в России. Мы очень гордимся тем, что стали первым регионом в стране, где создано ваше производство. И видим в этом высокую оценку вашей компании, того, что мы делаем под руководством президента Путина. Общие инвестиции в строительство и оборудование составили более 12 миллиардов рублей. Производственная мощность завода около 6 тысяч шин в день. На такой показатель планируется выйти во второй половине 2018 года. И к этому времени здесь будет создано 800 новых рабочих мест. Пока же 128 ульяновцев уже прошли обучение на японских заводах корпорации, где были признаны лучшими практикантами. Отметим, что набор персонала продолжается. Сегодня здесь трудится 470 человек. По планам, предприятие должно работать на внутрироссийский рынок. В целом этот завод в основном будет поставлять шины именно в России. Но, к сожалению, сейчас у нас экономическая ситуация не самая лучшая, конечно, поэтому спрос на шины немножко упал. Но опции для выхода из этой сложившейся ситуации, мы думаем, мы используем разные возможные варианты, то есть мы, возможно, будем снижать наш объем производства немножечко и думать о экспорте в другие страны. Но в целом, в основном, этот завод будет работать именно на России. ООО Bridgestone Tire Manufacturing СНГ – специально созданная компания для управления ульяновским заводом. Бессменно возглавляющий ее Танигава Хироми прекрасно помнит, как все начиналось. В феврале 2013 года мы, компания Bridgestone, приняли решение о вложении крупных инвестиций в строительство нашего первого завода в России, точнее, в Ульяновской области, здесь, на этом самом месте. И затем, 12 апреля, была проведена церемония подписания соглашения об инвестициях между правительством Ульяновской области, корпорацией развития Ульяновской области, МЗПИСИ и корпорацией Bridgestone. Это было всего 3 года назад. Я отлично помню, что в тот день стояла очень ясная первая года. Ознаменовала завершение строительства завода церемония сборки символического пазла, представляющего макет здания, а также передачи символических ключей. Первый из них вручил Танигаве Хироми директор генерального подрядчика компании Renaissance Construction Андрей Власенко. Затем ключами с символами Bridgestone и Ульяновской области обменялись Танигава Хироми и Сергей Морозов. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.